Посмотри, Иисус. Святой Гарс и неизвед тукснеси. Дух Святой повел его в пустыню. 40 дней он говорил. 40 дней он постился. Он пэдя дина. И в последний день. Велнс пинас. Дьявол подошел. Арко. С чем? Арварду. Со словом. Саки щите макменем лайто пармай, что же сбил, да? Скажи этим камням, чтобы они стали хлебом. Ты же Божий Сын, ты же есть грибас. Ты же хочешь кушать. 60 дней не съесть. 40 дней не ел. Велns pienāca ar vārdu. И дьявол подходит со словом. Man tev jautājums. У меня тебе вопрос. Vai tu šodien atšķiri? Различаешь ли ты сегодня? Кто тебе дает откровение через Слово Божье? Может быть, дьявол подходит к тебе и Слово говорит? Ну, нет, это же от Бога, это же в Библии написано. Ну и что? Дьявол знает Библию лучше тебя, между прочим. Кто говорит к тебе? Кто говорит к тебе? Велns trīs reiz Jēzum. Дьявол три раза к Иисусу подошел со Словом Божьим. Кинься на землю с храма. Ты же Божий Сын. Бог повелит ангелам, они тебя подхватят. Иисус, что сказал? Не будет Дьяву кардинат. Не искушай Бога. Mūsos notiek cīņa. У нас происходит война. Velns sūta tev vārdu no Bībeles. Дьявол посылает тебе слово из Библии. Un Svētais Gars tev dod vārdu. И Дух Святой дает тебе слово. Un tu stāv dup tā. Ты стоишь и думаешь. Šitas tā kā no Dieva, vai šitas vārdu? Или вот этот. Ну, tas arī rakstīts. Или вот этот. Ну, там ja tu esi gara vadīts. Если ты vadīm Духом. Tev Svētais Gars. Тебе Дух Святой. Sirdī. В сердце. Iedos apstiprinājumu. Tas подтверждение. Velns netiek tavā sirdī. А дьявол не может попасть в твое сердце. Viņš tavā prātā. Он только в твой ум может попасть. Zin, kā ir cilvēkiem, kuriem ir no velna nāk prātā. Знаешь, как то viņš tur lido. То viņš tur. Tas šodien tas no Dieva. Rīt nav no Dieva. Un tu nesaprotas, tu skaties, viņš mētājās turp, šurp, tā, šitā, rezultāts, vo. Которые люди получают, те люди, которые получают Dievs konkrēti. Они метаются в разные Vārdu стороны. Pateic. А Бог говорит, слово сказал, ну, и все. Un tu ej. И ты идешь. Un vēlns nāk, un cit tev šķēršļus visādi. И дьявол тебя бьет, и а tu neskaties дает neuzko, всякие преграды, а ты не смотришь ни на что и идешь. Dievs runā caur sirdi. Бог говорит через сердце. Dievs nerunā prātā. Бог не говорит на разум. Viņš runā sirdī. Он говорит через сердце. Un no iekšpuses jau tu domā, un tev atnāk domas. И изнутри no ты iekšpuses. Думаешь изнутри. Cilvēks, kurš no Dieva saņēma, viņš ir mierīgs. Человек, который получил от Бога спокойствие. Viņš nemētājās turp, šurp. Он не болтается. Viņš stāv, viņš zina, kas viņš ir. И он знает, кто он. Viņš zina, kur iet. И куда идти.